В моей жизни, как и на Западном фронте, в общем-то, без перемен. Страдать я не стала, хотя мне известно, что этого вы добивались. Вы гордо твердили, что если расстаться, то так будет лучше всем. И, судя по вашим письмам, чудовищно ошибались. Вы также одной улыбкой сражаете дам наповал, вы также дерзки и этим пленяете всех в округе. Но я ни минуты больше, вы слышите, вам не отдам. Пусть кто-то другой мечтает вас крепко держать за руки, мне это не нужно. Предпочитаю быть за версту от вас. К чему эта встреча? Вы мне давно уже обо всем сказали. Но если бы вы предложили мне вернуться назад сейчас, то я со своей стальной душой смогла подсказать едва ли.